Ребята, 5:25. Я появился снова против себя же самого. Но в тот раз я специально себе проиграл. В этот раз, ребят, я проигрывать себе не намерен. Слушайте, меня утопили. Другого меня только что утопили. Всем привет, друзья! Вы на канале X-Привит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутер. И у нас вышло испытание сила фраг на долба. Если честно, ребят, после того, как я ни хрена не выбыл за Уэйна, хотя, ну, в принципе, я и не старался. Ну, ребят, я не мог не записать видео по долб, все-таки ютуберская жизнь меня обязывает. Я сомневаюсь, что я на него что-то выбью, но раз появилось, то я должен это обозначить у себя на канале. Поэтому, ребят, сегодня будем стараться играть за... Короче, играть в этот ивент. Вряд ли я буду играть за долба. Может, и буду там на защите когда-никогда. Но учитывая то, что мне надо собирать эти музыкальные сферы, то явно это... Ну, эта игра будет явно не за него. Ну, ладно, ребят. Короче... Будем сегодня просто отдыхать и развлекаться. С вас обязательно лайк, обязательно лепим свой клевый комментарий. Пишите мне обязательно комментарий, как вам долб. На него будет, ребят, неоднозначный обзорчик. Я уже к нему готовлюсь. Стараюсь все сделать адекватно. И подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. Поехали! Слышите эту музыку? Это значит, что мы появились на новой локации «Пульс». И, конечно же, у нас тут долб и уэйв. Но поскольку, ребят, у нас испытание за долба, поэтому я сразу вам его показал. Все, теперь я перехожу на какого-то другого персонажа. Нет, не перехожу. Уэйва убили. Опа! И первую музыкальную сферу получаю за долбика. Отлично. Так, ладненько. Давайте сюда обозначу. На уэйва переключусь. Делаю а-та-та. Ну, come to me. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, где? Две музыкальные сферы. Я вижу первую. Отстань, не трогай меня. Не трогай меня. Ёб твою мать, я промазал по музыкалочке. Давай, есть, я успел, я это сделал, я просто мастодонт. Но вы знаете, в чем самый прикол, ребят? Как не выделайся, как не старайся что-то тут делать, а я-то проигрываю. Пью. Ни хрена, не получился фокус. Окей. Изыди. Воу, изыди, я сказал. Хорошо. Увеличили. Бежим. Я вижу тебя. И ты есть. Я сделал. Я сотворил чудо. Ты превратилась в сферу. Какая вкусненькая сфера нас тут ждет. Где-то тут еще одна сфера. Ух ты, ёпты, тут даже не одна. Так, ребят, я знаю. Я сейчас буду... Ух ты, ёптую мать. Тут, короче, вообще Мими. Я не ожидал Мими. Я ее не ожидал. Так, кто на мою сторону? Давай, кто на мою базу? Кто на мою базу? Так, уэйв появился. Долб, ребят, сегодня у меня просто чисто на... Скажем так, на потанцовке. О, да, Мими, больше нету, быстрей! Я не успел. Я подозреваю, что мне придется, наверное, тащить базу, потому что иначе я буду очень-очень долго и нудно здесь, короче, развлекаться на самом деле. Опа, я успел. Я успел! Но я же успел за него переключиться. Ну я же успел, вы же видели. Первый контакт есть. Второй контакт есть. Ускорились. Успели. Обязательно взяли. И побежали. А, долбаная ты Мими. Я просто, ребят, хочу затащить эту катку, потому что иначе это все может длиться очень и очень долго. Давай, Уэйвик, давай. Мы должны сделать это вдвоем, как команда. Моя сферка. Да, отстань, блин, долбаные Мими, какого хрена она у него вообще появилась, блин? Это срань, твою мать. Мне надо уже уничтожать просто тупо базу, блин. Иначе эту катку вообще не взять. Давай, Сагеки. Нам нужно делать вещи... Не, я просрал. Так просру я, блин, эти катки, блин, с долбаным долби. Обидно, я неплохо насобирал на самом деле. О, опять тот же самый, блин, в прошлой катке, если бы не Мими, я бы его раскатал бы. Кстати, Мими теперь есть у меня.
Но реально, в прошлой катке его спасла именно Мими. Стой, 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 ты сейчас умрешь. А значит, это музыкальненькая сфера. Давай быстрее. Все, я побежал. Где кто есть? Ух, ё-ё, сфера, 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 сфера. Так, ну я кого-то снес. Так, делаем фокус. И собираем пожитки. Да что ты такой наглый, а? Так, а где вообще кто есть? Я тоже сделаю фокус. Да блин, где Уэйв? Просто тут нет смысла играть за кого-то другого, если ты не хочешь уничтожить базу. Слушайте, если честно, я уже даже не против уничтожать базу, иначе это будет все очень долго и нудно. Я успел. Я просто хочу себе взять небольшую фору. А ты че вообще здесь стал? Ух ты. Где твоя голова, чувак? Ты, по-моему, где-то потерял. Так, ой, угу. Угу. Это плохо. Я же попадаю. Короче, со скоростью мать его света. Да блин, задрала эта хрень, блин. Отстань от меня. Блин, что он здесь где-то стоит, хрен пойми где. Вот как он снес. Ладно, за Уэйва, наверное, играл. Хрена тебе, понял? Ты думаешь, ты один такой умный или что? Блин, где Добс с его хренью, блин? Все, беги. Это сейчас только один... Бля, ну как оно меня задело? Короче, хрен я что пройду. Я понял. Тем более такое время, что попадаются одни вот эти, блин, нескончаемые, я не знаю, хрен пойми откуда, из каких стран, которые просто, я не знаю, откуда у них пальцы повырастали, что у них телефоны, как будто, я не знаю, с двухмыслием играют каким-то. Чё-то вообще не задалось, слушайте. Самое большее бесит, что здесь надо играть только за Уэйва и только за Долби. Иначе, ну, смысла нет вообще. Хорошо. Первенькая есть. В смысле? Вот так. В смысле? Нахрен ты базу бьешь, дурак? Игра только началась. Я тебе сейчас устрою базу. На, вот так. Тебе нравится? Вкусно? Блин, что он вечно здесь где-то прячется, блин? Так, давай, гладиатор, иди сюда. Кого-то попали? Конечно, попали. Да, я прям здесь буду. Не, ну если он сам, ребята, решил мою базу побить, то почему я должен быть, ну... Окей, будем бить базу. Проигрывать тоже я задолбался. Так, музыкальничка есть. Ух, ёп, нихера себе попал красиво. Ну блин, нахрен это... Фух, как меня вымораживает его ускорение, реально. Я не знаю, для чего они придумали настолько голимую вот эту вот силу фраг. Это, мать твою, это так бесит. Давай.
Наверное, не может быть и хуже силы фраг, чем некая скорость, которая здесь и нахрен, по сути, не нужна. От слова вообще. Ой, перепрыгиваем. Да вообще плевать. Да, ребят, я пожертвовал собой, чтобы убрать этого долби с его хренью. Блин, я нажимал на базу, ни хрена почему-то не сработало. Как? Когда он успел? Я же убил долби. Как он так быстро восстановился? Блин, еще эта валькирия бесполезная бегает. Я тебе устрою. Я тебе сейчас устрою. Устроил. Он за Фрагенштейна решил сбегать? Он что, серьезно? Блин, что за нахрен с этими ускорениями? Я, блин, рассчитывал на одно, мне это ускорение всю малину портит. Просто тупо промахиваюсь из-за какого-то дебильного ускорения. Стоять, парень. Да все, опять я просрал. А, не просрал, подождите. Овертайм? Почему мне не дают овертайм, когда я нахожусь на базе у противника, а? Блин. Где он танцует? Нет. Так, забрали. Так, идея их снес. А, блин, дебильное ускорение, не успел уворачиваться. Так, ну хотя бы затащил. Блин, ну потная катка. 11 сфер, обалдеть. Вообще, ребят, я не сильно гонюсь за силой фраг на долби. Даже когда мне выпадет, оно мне вообще нахрен не нужно будет по одной простой причине. Здесь оно заметно только по одной причине, потому что здесь только одна база. Когда у нас будет 2 или 3 базы, то, слушайте, ну мы можем просто форсировать события. На одну базу он вложит свое умение, а на второй просто берем и раскидываем. Тем более уже так играл и уже так обходил этого долби. Нет ничего в нем такого сверхъестественного, честно. Я вообще только что побежал зачем-то на базу. Я только сейчас понял, что я сделал что-то не то. Ну, не так, как обычно. Вначале я никогда так не делаю. Да блин, долбанное ускорение. Разрабы, дебилы. Реально, такую жопу устроить этим ускорением. Может быть, долба оно и было бы полезно. Но у Эйва оно и нахрен не всралось. Есть. Так, а где остальные? Ух, ёб, тут Изуна есть. Ничего себе, у него Изуна. Так, может, долб его добьет? Ой, тут даже тут есть. Так, где Уэйв? Он запрятался за фрисби. Да ты что будешь делать? Ты что вообще? Парень. Ну, давайте я туда сейчас запущу. Thank you.
Да блин, из-за того переключился. Ты мой? Да ушел, я ушел. Так, дебильная хрень. Так, ну слушай, ну я только что только где-то 4 подобрал, да? Так, хорошо, 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 он где-то здесь бегает, сейчас еще будет. Так, мне нужно ХП, который будет где-то здесь. Так, есть контакт, хорошо. Опять не улетел. Так, ну удачно все пока не слаживается. Сколько? 13, я думал больше. Знаете, это, наверное, один из редких тех случаев, когда проходит какой-то ивент, а я играю вообще не за того персонажа, за которого должен играть. Ну, блин, ну, пощадите, не ругайте меня в комментах. А то мне и так пишут, типа, вот, долб, ты должен стоять в защите. Там, блин, тогда игры нормальной не будет. Что вам показывать, если буду играть за персонажа только там, где он должен находиться? Я могу в будущем так попробовать поделать, но только мне, я что-то сомневаюсь, что вам это понравится. Или просто напишите хэштег «никого не слушай». А что он мне стреляет? Слушайте, баг, прикиньте, я вообще ничего не нажимаю. А, все, прекратился. И где он есть? Куда он свалил? А, ладно, этого деваху нашел. Блин, Саикитян хорошо, что вынес. Так, несемся, несемся, где Сагеки была, вижу. Давай, надо ее выносить, пока она не вынесла меня. Так, ладно, хотя бы за вандала туда сейчас перейду. Ну, хотя бы собрать. А то она потом пропадет. Я понял, 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 кусается. Снес. Снес. Стой, блин, чуть не вылетел. Так, но все равно с базы задевает меня его умение. Оно просто больше, наверное, бесячее, чем какое-то прям сильно действующее. Ну да, оно мощно бьет, ты теряешься. Ну блин, ну когда будет две базы, мы просто, ага, он сделал этот прикол там, мы побежали на другую базу. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Стой, я тебя добью. И тебя добью. Дай долба-долба хочу. Так, там есть, есть. Отстань. О, блин, вот это меня развернуло. Я просто хочу забрать свое. Не дают. Так, он через низ пойдет? Попал, попал, дай, 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 дай. Да нет, тут старайся, чувак. Мне кажется, моя тут взяла. Девять сфер, вообще ни о чем. Ребята, 5.25. Я появился снова против себя же самого. Но в тот раз я специально себе проиграл. В этот раз, ребят, я проигрывать себе не намерен. Слушайте, меня утопили.
Другого меня только что утопили. И у другого меня есть электродевочка, ни хрена себе, за какие такие заслуги, я не понял. А мне типа что, не надо? О, тут у меня этот есть. Ну, реально это странно. Ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я же против самого себя и бью базу. Блин, я эту катку, если честно, вообще думал не вставлять. Думал последнюю пятую катку вставить и все, для того, чтобы хронометраж не сильно большой был. Ух, какой ты мощный, а? Что ж ты сделал? А, какого черта? Все, подобрали. А, он еще кто-то несется, ёпта, ни хера себе. Стой, парень, стой, ты мой, я сказал. Так, кто здесь уничтожает? Подожди, тут где-то должна быть сфера. Ладно, окей, ее уже нет. Ну, я херню, ребят, наверное, здесь насобираю. Я в очередной раз просто удивляюсь. Я играю против бота, получается, на этой локации. Причем этот бот снова же я. Снова я. Чтобы вы понимали, до локации Пульс у меня такого ни разу не было, чтобы я попадался сам себе в катках. Хотя мне писали комментарии, что было такое там и не раз. Но лично у меня это впервые. Ну, точнее, уже во второй раз. О, я кого-то снес. Давайте лучше там, наверное, обойду нахрен. Давай, там мое добро. Вон оно, его так много там. Дай подберу все свое добро. Так, мне надо выжить для того, чтобы еще раз ультануть. И тогда я их всех снесу. О, да. Хорошо. А, зараза, зачем ты ультишь? Мне надо срочно сюда добраться. За кого? За невидимку. Да, блин, не успевает. Блин, там столько всего. Так как мне тебя убить, ты падла? Он просто пипец как мешает. Да плевать на них ты должен. Короче, потерял сферу, я понял. Лучше не убивать вообще никого на локации Пульс, именно вот там, возле базы, потому что долб реально задолбает. Вулкан, тебе незаметно, ты вечно в каком-то там полете. Опять. Убийств много, но собрал 17? 17? Серьезно? Подождите, это мне засчитали те, которые он собрал и которые я собрал? Серьезно? Хера себе. 17. А, команду лучше не придумаешь. Клео, Фиделио. Ну ладно, хорошо, хотя бы Кристал. Ух ты, Тайгер, ты сейчас меня будешь стрелять? Ты серьезно? Чики-бум. Он сейчас улетит, наверное. Так, Фиделио поблизости. Фиделио мочит. О боже мой, я тебя убью за Фидель. Спасибо, локация. Ты просто топ. Так, спрятали. Да ладно. А вот тебя я с радостью снесу. Если мне, конечно, это получится. Слушайте, ну я в шоке. Потому что мне реально, походу, то, что я насобирал как бот, ну тот бот, то, походу, мне засчитали. Ну, с одной стороны, это очень круто. Мне тогда, ну, в таком случае, постоянно бы так, что ли, попадалось бы. Ух ты, ёпи, куда мне... И где это я? Под водой оказался. Отлично.
Ёп! Замри. Давай, снеси. И тебя снесу. Есть. Так, я сейчас должен подобрать. Блин, с этой скоростью попробуй подбери, блин. Так, слушайте, а он неплохо снес. Так, они где-то рядом, нет? Так, мне не нравится, потому что мы начали выравнивать счет. А, сноси, сноси, сноси. Ой, я не того сношу, иди сюда. Так, кристалл здесь. Здесь у меня... Ой, ничего нету. Ладно, будем добивать тогда, чтобы меня не добили. Куда ты побежал, трус? Юб чуть не улетел. Где последняя моя? Где? Как-то так. Итого, ребят, первый же день у меня получилось 85 этих музыкальных сфер, учитывая даже тот факт, что я там с кредитой, по-моему, 15, да, 10 так прилетело, то, в принципе, фигню, 60, получается, набил. Меня спасло то, что я 17 насобирал, получается, тот за меня эксперовид насобирал, блин, ну... Лучше бы такие двойники постоянно попадались, тогда было бы вообще просто зачет. Ладно, ребят, я думаю, это видео достойно вашего лайка. Обязательно пишем свой клевый комментарий и вообще, что вы думаете по поводу долба, потому что я вижу, что некоторым он реально нравится. Ну, скоро на него будет обзорчик, неоднозначный, но честный. Вы были на канале Эксперовид, всем спасибо. Лайк, обязательно, ребят, вводите мой код создателя контента Эксперовид каждые 7 дней, не забываем. Пока-пока.